Привет! Привет! На канале Котяк Куришь Игла. Я вам сегодня буду показывать, как мои игрушки говорят. Да, вы на канале в гостях у Алисы и Егора. У Алисы столько много игрушек разных животных, и Алиса сегодня хочет вам показать, как эти животные разговаривают по-настоящему, да? Ну давай, с чего мы начнем? С кого мы начнем, то есть? Коровкой говорящей. Как говорит коровка? Ну-ка, расскажи всем. Нет, ну это она коровка сама говорит. А как ты теперь говоришь? Му-му! Коровка говорит му-му. Давай, отставляем ее. Убираем сюда. Дальше теперь. Кого дальше Алиса возьмет? Кто дальше будет говорить? Ёжик. Ёжик? А ёжик умеет разговаривать? Да. А как ёжик говорит? А? Как ёжик говорит? Ну-ка. Как? Погромче. Да, ёжик так сопит. Дальше. Ой, он там песенку запел, ёжик. И это дальше кто? Зайчик. А зайчик умеет разговаривать разве? Да. А как зайчик разговаривает? Ну, это он поет, зайчик. А как зайчик вообще разговаривает? Прыг-прыг-прыг. Так зайчик разговаривает? Прыг-прыг-прыг? Да, как ребята так делает. А, ну ладно, пускай зайчик будет разговаривать прыг-прыг-прыг. Давай дальше. Кто у нас дальше будет разговаривать? Так. Дальше. Кто дальше? Ну, бери кого-нибудь. У тебя же смотри, сколько много друзей игрушек. Кто там упал? Мышка упала? Она, наверное, хочет поговорить. Как мышка говорит? Большая такая мышка, да? Как мышка там разговаривает? Там нет скуличателю. Ну, а ты рассказывай, как мышка говорит. Пи-пи-пи-пи-пи. Правильно, мышка говорит пи-пи-пи-пи-пи. Дальше кто у нас будет? Какая игрушка будет разговаривать? Это кто? Мишка. Мишка, это медвежонок. Ну, медвежонок рычит, да? Как медвежонок рычит? Бе-бе-бе. Ну, не бе-бе-бе. Ну, ладно. Это кто у нас? Гав-гав, собачка. Собачка говорит гав-гав. Правильно. Это собачка, кто? Му-му. Собачка разве му-му? Здравствуй, милая моя. Ну-ка. Му-му, коровка. Коровка, правильно. Дальше кто у нас будет разговаривать? Это кто у нас? Лошадка. Лошадка. Это копыта у нее так цокают. А как лошадка говорит? Игу-гу. Правильно. Игу-гу говорит лошадка. Это у нас кто? Большой такой. Овечка. Бе. А овечка говорит бе. Правильно. Дальше кто? Гусеничка. А гусеница разве умеет разговаривать? Нет. А что она умеет делать? Ползать и гремить лапками. Ну да. Ну да. Да. Ползать и греметь лапками. Только она слышит, как она лапками гремит, да? Да. Давай дальше. Кто у нас? Ой. Кто там упал у нас, а? Свинка Пеппа. Свинка Пеппа хочет показать, как она разговаривает. Как свинка разговаривает? О, это так свинки разговаривают? Да. Здорово. Кто там у нас еще остался, кто не говорил? Дракоша? Да, дракоша рычит. И огонь у дракоши изо рта идет, да? Он да? такой расстроенный просто. Расстроенный? А что он расстроился-то? Почему дракоша расстроился? А? Домой его слезы текут, когда его кто-то напугал и хотел ему вочекота. Дракошу кто-то напугал? Да. Он такой маленький, что его можно напугать? Да, и кота. Ну ладно, Алиса его спасла, да? А это кто у Алисы? А кто говорит мяу-мяу? Киса. Киса, Алиса. Как эту кису зовут у Алисы? Мур. Мур или Пушинка, ты говорила? Пушинка, Мур-Мур. Пушинка, Мур-Мур кису зовут. Бум-бум-бум. Ну это какое-то непонятное животное. Это кто? Фёрби. Это Фёрби? А, да. как Фёрби разговаривает? Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум? Да, как... Прикольно. Алиса придумала, да, как Фёрби разговаривает. Это бамбучка такой, бамбучка. А это кто такой у нас? Кукареку. Кукареку? Это да. Кто так разговаривает? Такая... Это петушок такой, да? Да? Петушок, золотой гребешок. Он так. Даже не стоит. Даже не стоит. Мы всех уже, все игрушки перебрали. О, да? Стоит. Все игрушки перебрали, Алиса? Mm-mm. Нет?
По-моему, все. Посмотри внимательно. Кто еще не разговаривал? Ну-ка, посмотри. Вот, мышка вот эта не разговаривала. Да. Как мышка говорит? Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Мышка, мышка говорит, да? Да. Ну, теперь мы, наверное, всех уже посмотрели, да? Ну, а кого мы еще не посмотрели? По-моему, все из игрушек. Ну, всех. Ну, давай, показывай, кто еще как говорит. Ну-ка. Ну, давай, говори. Кто это у нас? Ёжик. Ёжик у нас уже говорил. Ну, это ты музыку включила у ёжика. Ёжик поёт. А ну-ка, покажи нам, как еще ёжик разговаривает. Нет, сама. Это мышка. А ёжик? Правильно, ёжик так. Мо! Это коровка Мо. Да. Правильно. Мышка такая. А зайчик? Зайчик как? Вот так вот он, зайчик, поёт. Ну что, всех показала Алиса, как кто поет, да? Я назову их все клипы. Все? Ну что, всем понравилось, наверное, как Алиса озвучила, как говорят разные животные на своем языке, да? Всем говорим пока-пока. Пока-пока. На канале «Гостях у Алисы Егора». Подписывайтесь на канал «В гостях у Алисы Егора». Ставьте комментарий. Пальцы вверх. Я вам дарю сердечко и цифру 3. Алиса вам дарит сердечко и цифру 3. Пока-пока.